день. С вами Татьяна. Находимся в Рижском микрорайоне Сан-Равис. В одном из дворов на улице Марта Зринкаса. И пойдем сейчас в парк Земельблазма. Давно я обещала снять это видео. И вот этот день нас любил. Марта. Тепленько, хорошо. Можно уже пойти гулять. Это мы вышли на улицу Старую. Вот так она выглядит сегодня. Вот. Это улица Каво. Вот в сторону парка. Видно эту смотровую башню. Тут двор, а вот это в сторону реки. Ну, нам туда. Вот. Вот такой тут дворик. Здесь вот улица. С другой стороны вот что. Так вот она выглядит сегодня. Жутко высокая. Вот это, собственно, улица. Доказательство того, что я не вру. Мы сейчас, да, наверное, войдем лучше через центральный вход. Я вам покажу, как это смотрится. Вот. Видно смотровую башню. Зайдите туда, там тоже будут калитки, но мы пойдем через центральный вход. Это
Здесь всегда закрыто. Сегодня солнечная погода. Здесь вот живут люди. Прямо около парка. Здорово. Вот это информационный центр этого парка. И здесь тоже можно купить билеты на смотровую башню. И билеты на разные концерты, которые в замке проходят. Дворцы в самом. Вот он, собственно. Люди, видно, не очень довольны, что я их снимаю. Но я тоже не ожидала, что они оттуда выйдут. Вот здесь. Дорожки. Видите, кстати, какие правила. Вот. Имейте в виду. Сейчас пройдем сначала. Покажу сам парк. Потом покажу замок. Зеленая школа. Теперь она вот такого цвета после пожара. Где-то в начале 2000 был пожар. Она сильно пострадала. Вот после реставрации выглядит вот так. Вот это вечернее освещение парка. Здесь таких много. Здесь ничего интересного. Мусорник, охранники. Что, идем-то дальше. Там вот детская площадка. Всегда оживление. О, здесь, смотрите, до сих пор Новый год. Thank you.
обязательно. Информация из центра сказа. Барна волком стоять на мечротон, таскать тормоз. И стало это. Так, чтобы все знали, куда идти. Ну вот сейчас мы спустимся на танцплощадку. Здесь сегодня там много людей. Хорошо, все отдыхают. Вот на этой танцплощадке происходят разные. Летом концерты иногда, иногда танцы. Вот, за нами наблюдают. Здесь вот можно отдохнуть. Вот здесь такой рукотворный грот. Вот он очень красиво освещается во время праздника Старая Рига. Обычно здесь стоит еще стол для пинг-понга внутри. Где он сейчас, я не знаю. Вот, ну, ничего. Пойдемте. Тут тоже можно отдохнуть. Ну вот, поднимаемся. Наверх. Вот такая тут красота. Здесь вот детская площадка. Вот это. Здесь должны вот эти ползучие растения как бы дорасти до верха, и будут тогда как такая красивая арка. Ну, тоже очень освещается хорошо, красиво во время Старого Рига. Вот здесь можно идти. Ну, мы пойдем дальше. Вот это замок с одной стороны, сзади, скажем так, вот это кафе. Там очень все вкусно, красиво, кроме картофеля. Картофельных блюд. Это они готовить не очень умеют. Вкусно. Здесь можно выйти к центральному входу. Можно пойти в эту сторону. Вот на этом поле тоже проходят концерты на свежем воздухе. Там вот или хоры выступают, или танцевальные коллективы чаще всего, или приглашенные известные люди.
наверное, не туда. Вот здесь такой грибок. Можно спрятаться от солнца или от дождя. Кто не хочет. Здесь довольно резкий обрыв. Вот этих колонн. Это, я не знаю, какая та, которая была в Дворце культуры в самом до пожара в 1906 году, когда его специально спалили. Вот. Сейчас тут такая вот красота. Ну что, мы пойдем дальше. Сейчас пойдем. Покажу чайный домик поближе. Замок такой вот красивый. Вот здесь в сезон включают фонтан. Ну, сейчас он выглядит так. Сезон начинается в мае. Вот.
Смотрите, еще даже снег не растаял. Здесь. Кусочек зимы. О, и вот еще здесь. Да, здесь день. Прохладно. Вот сама смотровая башня. Вот. Вот эта гора 18 метров. И башня, если я не ошибаюсь, 32, что ли, метра. Я не помню, могу ошибаться. С нее очень красивый вид. Правда. Так что, кто не был здесь, добро пожаловать. Билеты, по-моему, по 1 евро. Подножия башни. Тут можно отдохнуть посреди дороги. Вот такой вид с подножия башни. Там внутри, кстати, в башне есть музей этого парка. И показаны некоторые фотографии с того времени, как парк реставрировался. Вот. Вот рабочее время. Ну что, теперь спускаемся. Идем. Сам дворец. Замерзли. Вот тут тоже снег. Стоянка. Можно припарковаться. За нами наблюдают опять. Я думаю, что жители Риги знают, что это за три флага. И вот самый центральный вход. Основателя этого парка, в общем-то, вот смотрится тоже Август Обовский. Я не знаю, честно говоря, можно ли снимать внутри, но попробуем. Yeah.
Ой. Я думаю, что он закрыт. Ну, попробуем. Не знаю. Ну, нет, он открыт. Они чуть-чуть. Такой вот камеру зал. Там рояль видно. Людей с ограниченными возможностями. И здесь для них же лифт на второй этаж. И на третий. Только кому как нужно. Поднимаемся наверх. Вот, можно выйти здесь, кстати, и выйти на улицу. Кстати, есть пандус. Тоже очень хорошо. Вот такой вид на первый этаж. Идем дальше. Поднялись на второй этаж. Здесь вход в ложи, большой зал. Ложи, вернее, это центральный вход, большой зал. Вот это вход в другую ложу. Посмотрим. Там, наверное, закрыто. Ну, как музей, часть музея Густа Домбровского и этого парка. Вот. Но сюда садиться нельзя. Это историческая часть, скажем так. Здесь вот сенсорный экран, которые фотографии. Вот это скрипка, которую сделал Август Домбровский. Это было одним из его хобби. Вот там документ, сзади, может быть, видно. И там, в общем, один из людей подтверждает, что это так, действительно. Здесь вот шкала жизни и событий Августа Домбровского. Портрет. Это фотоколлаж. Здесь можно, смотрите, видеофрагменты из его жизни. Кстати, в парке тоже.
одна из этих скрипок. Одну из этих скрипок я вам только что показывала. Вот это здание я тоже вам показывала. Могилу, кстати, Августа-Донковского я вам не показала, но она в этом парке, да, так и есть. Тут похороны в большом зале. Это в дворце. Вот его везут на кладбище. В этом замке мы сейчас с вами находимся. Раньше вылетел, смотрелся. Отдых. Читает какую-то газету господин Домбровский. А это его собачка рядом, любимая. Улетел. Вот. Вот колонны.
Удалось или удалось? Как-то так. Не помню. Мы уже с вами видели. Здесь такие картины. Пойдемте дальше посмотрим, что там еще. Мельком посмотрим. Здесь один из залов, в котором всегда проходят какие-то выставки. Вот сейчас. В том числе. Эта лестница тоже наверх. Вот. Кафе. Ну, там мы с вами были уже. Здесь вот еще один зал. Тоже выставочный. Большой, где тоже всякие выставки проходят. Мы вернемся немножко назад. Я покажу малый зал. Тоже с выставками. Вот не менее важная табличка. Спустимся вниз чуть-чуть. Фото и художественные. Вот тут что-то даже можно на столе сделать. Не знаю, что это такое. Да, тут можно видно, написать какие-то пожелания. И тут еще что-то тоже. Ну, а теперь мы можем подняться на третий этаж. Вот здесь, когда выступают в большом зале какие-то коллективы, вот. Видно мои тени. Идемте выше на третий этаж. Такой вид красивый. Открывается из окна. Можно инвалидом выйти из лифта. Тут можно подняться на верхние этажи. Там администрация. Технические дела. Здесь это вход на балкон. Здесь вот. Вот это не знаю, что такое. Здесь тоже сенсорные экраны почему-то выключены. Тут тоже, в общем, административная часть. Пойдемте поднимемся наверх. Вот администрация здесь. И нам с вами вход запрещен сюда. Здесь.
пожарный выход. Вот тоже есть лифт. И вот теперь мы можем увидеть, вот как мы с вами высоко. Страшно. Это такое очень красивое. Что, идемте вниз? Интересное я вам показала, рассказала. Так что буду заканчивать это видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И помните, что я вас всех очень люблю. С вами была Татьяна. Всем счастливо, до свидания, до следующего видео.